Всем привет, ребята, с вами Костя, только 99. И я давно не заходил во ВКонтакте. Кто вообще сидит во ВКонтакте в 2024 году? Хотя кто ж, если не я? Я не заходил во ВКонтакте давным-давно. Ну, точнее, я не заходил во ВКонтакте месяц назад, в последний раз. Но так-то я последний пост оставлял в мае. В принципе, с этого времени я заходил во ВКонтакте лишь для того, чтобы написать кому-то сообщение или поменять аватарку. В общем, это будет неинтересно, поэтому начнем. Приготовили за 45 минут в четвертом и получили 5. И к чему это? Мини-круассан своими руками в первый раз. А мне не с кем провести 14 февраля, поэтому Валентина к ноль. Понимаю. Можно, чтобы так было всегда? Остров мечты. Ты про это имела в виду? Остров мечты. Сосиски в тесте. И опять еда, и опять норе. Что у него там, весь профиль что ли в еде? А, ну тогда... Еда, еда, иди ко мне сюда. Да, еда, еда, иди ко мне сюда. В школах, детских садах и учреждениях культуры начинается собрание, в общем, плевать. Идея сворована у Роши. Не понимаю, какой у Роши. Я даже попытался ее стиль своровать. Любые популярные ржаки вроде скибиди-цирка и цифровых туалетов меня вообще не смешают. Также я с абсолютно рандомным или абсурдным говном. Цветок бзом. Как я понял, у него везде тут розовый цвет. Блять. Я ненавижу, когда у других воняет изо рта. Иногда мне кажется, что некоторые, смотря на меня, думают: «О май гад, she's so cute». Нет, на самом деле, тебе скажут: «О, блядь, какая уродина». Ссылка. Тут я высказываюсь. Для тех, кто не понял, я имею в виду эту сраную крепоту. Нового года не будет. Потому что я так сказала. Мои поклонники за месяц. Анна Алякина, Алиса Герцева, предатель Сэмф, Ваня Трудненко, Анна Садевникова, Соня Нечаянно. Видимо, именно отец выбирал рюкзак. Интересно, а почему мне Трон убийц рекомендуют, даже если я их не смотрел? Так, я это не понял, это что еще за чаты? How mathematic can I be? Ужасно. Ссылка. Мудила. Да ты за... Так, я устанавливаю новые правила. Цветок опубликовал фото за первое время. Никита опубликовал фото впервые за долгое время. Ульяна Мишурова опубликовал фото впервые за долгое время. Просто Горошок опубликовал фото за первое время. А вот и тот самый пост. С мая. Прикольно. 101 просмотр и ни одного лайка. Я не знаю, зачем я вернусь во ВКонтакте. Хотя, скорее всего, я вернусь во ВКонтакте, чтобы пропасть на год. Не смешно. Ладно. Пока. Пока.